Если выбирать одно из двух, то на Залысину, конечно. Залысину, хорошо, окей. Но только если выбрать одно из двух. Хорошо, а если, вот смотри, давай такой тест проведем, как на Ютубе. Когда видишь тёлку, ты в первую очередь смотришь на Залысину. Mm-hmm. Хорошо, если видишь тёлку, в первую очередь больше смотришь на Залысину или на бугорок на яйца? На Залысину. Хорошо, Залысина или кожа на локтях, типа бабкина и не бабкина. На Залысину. Хорошо. Если Залысина или волосы из носа? На Залысину. Хорошо. Тебе подходит наш лучший напиток. Держи, брат. Это специально для тебя. А закупка будет? Да, брат. Слава богу. Но за отдельную плату. За какую? Минетик. Я могу тебе ответить еще один вопрос. О, давай. Но на любой, но на один. Хорошо. Залысина? Да я все выпью, а ты давай, спрашивай. Давай. Спрашивай быстрее. Ты запись сначала? Не-не-не. А, тогда я сформулирую. А, Залысина или щель между зубов? А где? Посередине? Пока. А как вы оцените бар в Грузии, который называется... Где бар? Да. Где? Избушка на курьих ножках. Я не вижу бара. Открылся новый бар. О, пошли бухать. Открылся. Погнали. Бар. Здравствуйте. У нас... Подожди. А где бар? Я по Google Maps'ах тут... Все что угодно. Тут нету бара. У нас нет алкоголя. Нет алкоголя? Что-то не то здесь. Получается, мы не бар. Ладно, я тогда пойду. Я вырезаю. Макс, осторожно! Да блять, я опять хотел в бар, а меня привели на пустое место, прям как я сам. Я такой злой, ебать. Я старый бар. Вы новый бар? Старый бар. О, здорово. Можете мне намешать что-то на ваш вкус? Давайте проверим, что у вас. Что у вас со стаканом? Он пустой, хорошо. Дай палец. Бармен, можешь налить мне то, что сделает меня привлекательным? На глаза это нахуй сначала. Так, хорошо, давайте. Вот это на глаза. Два раза в неделю. Вот. Ты мне... Ты мне что, насрал в рот? Я тебе сейчас выйду. Я просто... Я просто... Я тебе мусоров позову. Стой! Это полицейский Миша. Предъявите нам документы. Ты что, сейчас мусорал? Ты мусора убил? Он снял шутку. Ебать, мокруха! Я тут просто алкоголь. Лицензия-то есть хоть? Что? Лицензия есть? В Майнкрафте? В Майнкрафте есть лицензия? Да, мне купили. О, реально. Да, детка, я трахаю тебя и занимаюсь спортом. Да. Пошла что? Вы новый бар? У меня есть слизь легендарная от слизняка. Я прошу за нее плату. Что, покажи? Хуёво. Я просто завод. Я выпускаю алкоголь. Вот, вы заплатите потом. Вы меня звали? Да. Тренер, меня пытаются нахуй ограбить. Тренер, тут открылся новый бар. Сейчас я вам все покажу. Бля, лучше бы это все на камеру Ильи, конечно, снимать. Это бар. Илюха. Кстати, это бар в маленьком городе, если что. Берете нахуй, вот так, блядь. Только подними алкоголь. Лёг, не сломай. В нем внутри ходить можно, кстати. Подними алкоголь тогда. О, алкоголь. Так, а что надо ограбить? Нет, меня ограбили. Дом распидорасили. Тут, кстати, мусора убили. Прикинь, мокруха была жесткая. А чё Ванёк съебался? Да. Так, ограбили, что делать? Да. Значит так, нахуй. Вставай быстро. Значит, если ограбили, нужно в первую очередь восстановить силу духа. Прямо сейчас 10 отжиманий. Раз, два, три. Да нет, ты нахуй. Я пример показал. Да, ну я тоже могу, кстати. Все нахуй, все отжимаемся. Да будь ты просто неправильно. Никакой. Так, отлично, теперь все заебанные. Да. Я устал, тренер. Так. Это во-первых.
Во-вторых, дальше, теперь, значит, у тебя... Бля, Люха, я снимаю, но это такой уебищный телефон, да, пиздец. Да, снимай ты, пожалуйста. Скоро будет второй выпуск на общем аккаунте. Все. Ты будешь снимать? Давай. Заебись, давай. Я тоже продолжу, если что. Все как было, надо ставить только.